Каракалы, которые живут с людьми, настолько привыкают к человеку, что когда у них появляются детки, невозможно оставить их в комнате одних. Если я выхожу, кошка обязательно вскочит и побежит за мной. Если у нее есть котенок, она возьмет его в зубы и будет бежать со мной, но в комнате не останется. Если я все-таки выйду одна и закрою дверь, она сядет и будет громко чирикать и царапать дверь когтями, пытаясь выйти. Вот так они нуждаются в неволе в человеке, очень привязаны к людям, к своим хозяевам.